И сколько всего у вас было народу? 11 человек. Маленький ребенок. Ага, понятно. Откуда вы летели? Так, и вылетели вы откуда? Из Васькова, аэропорт Архангельск. И как вот оно все пошло? Через сколько времени вы почувствовали неладное что-то? Ну, я почувствовала уже поздно неладно, потому что я пыталась уснуть, чтобы меня не укачало. А потом, когда открыла глаза, уже видела, что близко земля и по верхушкам деревьев. Летчики молодцы, хорошо посадили. А сама посадка вообще вот как произошла? Жестко было? Нет, все нормально, даже тортики спаслись. А как все нормально, все, что хорошо получилось. А как развивались события после вот вашей вынужденной посадки? Что происходило? Там вас летчики успокаивали или что-то было? Успокаивали, помогали, поддерживали. Все. А потом туда прислали какую-то специальную машину, самолет, как вас оттуда доставали? Там болото и лес, машины не ездят, вертолет. Сначала один вертолет прилетел тут же, через минут 10, наверное, второй потом, и вывезли. Поступила информация о крушении самолета Ан-2 в районе Лодьмозера. Собрались группой, вылетели. Координаты уже были, потому как до нашего прибытия туда прибыла КПШ, группа РПСБ. Пострадавших вывезли они первым вертолетом. Мы забрали экипаж на свой борт, подсели. Ну и вещи, почту увезли. А были какие-то проблемы вообще с нахождением этого места и с тем, чтобы подсесть туда? Нет, уже до нашего прибытия первый экипаж, первая группа РПСБ, они подготовили вертолетную площадку и дали точные координаты, то есть мы летели уже конкретно на место.